Едем в Балаклаву. В Севастополь не едем, там нет пляжей. Экипаж матрасников не хочет ходить, насыщаться культурной программой. Им лишь бы только вкусно свое. Культурная программа, нам бы у вас в Ласковом гнездо, ребят, ну мы там, видите же, реально, мы сейчас там застряли бы, да? Вот тупо застряли бы на часа на два. А потом вы закинули, ой, встали так, давайте будем кимарить. И папа такой, тупо. Кушать то понятно, но кушать в такую жару даже и не хочется, если честно. Неужели? После того, как наелся, не хочется. Переакт, ребята, смотрите, какая тусовка. Будет вообще круто. Переакт, что такое? Кто знает, правда? Ты кого спрашиваешь? Я с тобой одновременно первый тут. Я с тобой рядом, первый раз тоже так же. Вино, градники. Приехали в Балаклаву. Гоп! Уникальное место, там, где забирают автомобили. Ну и что мы уперлись? Вот куда-то мы уперлись. Куда мы уперлись? Туда прям поймем. Жилье. Круглосуточно. Ты что, пробегаешь что-то? Так, ну что нам дальше? Офигеть! Ну что вон, этот эвакуатор работает. Все, халява кончилась. Рядом с этой Севастополь. У них столица Симферополь же, по-моему, да? Прямо. Ну не Севастополь, по-моему. Где же наше море? Море, где это? Это вам не Азовская, да? Едешь, едешь, коп на море. И бульк. Здесь все плотно, скалы, горы, подъезжают. Ну, есть право. Вот они, Эстония, которые вступили в Евросоюз. Давайте, ребятушку, опустите, там сами никого есть. Союз постарался. Такие вот улочки, Балаклавы. Вообще красиво, да? Красиво. Да, так вот красиво. Уютненькое местечко. Не по старину, вот старинный город. Почти везет, но там скорее всего это все. Ну давайте посмотрим, тут надо где-то встать, я не могу. Ну понятно, но видишь, что тут, о, видишь, что тут творится, как туда заехать, непонятно. Пытаться проехать, они вот едут вот так. Это набережная. Да, это набережная. Ну, почти можно, но кто меня не найдете, у вас телефон не работает. Чувак уезжал, кстати. Вот. Ну, просто найти, куда нам встать. Вот так, по-моему, уезжает. Подожди, человек там встает. Сигнал-то
Блин, а. Сквозные, сквозные какие дороги. Да. А что это? Чайки, что ли? Как? Нет, это чайки, да. А, не помню. Не боят. Смотри, мам. Здесь на пляж возят, из Балаклавской бухты возят на пляж. Вон аттракцион здесь, наверное, да? Да, да, да. Входим на городской пляж. Мы тут осмотрели, значит, осмотрели Балаклаву, окунулись в городском пляже Слегонца. Хуже, чем наш. Опа. Хуже, чем наш. Вот. Поэтому цены здесь нереально дорогие. Нереально дорогие цены. Поэтому нам стало очень грустно. И мы говорим Балаклаве до свидания. До свидания. И мы поехали. Конечно, здесь можно было посмотреть. Здесь симпатичные есть, ну, постройки какие-то. Погулять куда-то.
Но цены, ребята, здесь очень-очень высокие. Очень высокие. Все очень дорого. А потому хеликоптер на вертолета не будет. И мы, так сказать, двинулись дальше. Говорите конкретно о балаклаве. Я в балаклаве бы был, побыл бы, да, посмотрел, но с тем условием, что я бы здесь где-то жил бы. Что-то с жильем как-то тут напряжение, и я поэтому что-то как-то так грустно мне. Нет, не так можно. Смотри, опять Ялта там, да? Или еще. Ну да. А можно гулять до упора, например, покушаем, отдохнем, вот муж принят, да? Валяемся прямо. По городу можно гулять, посмотри. А лучше смотри. Ялту приезжали, она красивая. Ялта, да. А Лучта тоже необычно. Ну, Ялта красивая, но, конечно, Ялту я бы побывал в Ялте. А Лучте это Ялте. Город большой, симпатичный. Да, как-то так. Грустновато, если честно. Мне нравится. Молочка дадите мне попить. Балаклава. Не, Егор, я не спорю. Балаклава уютная, красивая. Просто мы, видишь, что-то вот как-то... Это причем старая балаклава, вот это то, что мы видим, и она такая вот. Возможно, тут где-то есть даже... А нет молока, да? Капустрюхованная. А что, не надо его пить? Стоянка. Да? Ну, я вот хотел молока купить. Ладно. Может, нам было купить молока, чтобы пить его. Там не было рядом магазин? Робин Гуд, бар-ресторан. Вот, балаклава, я не спорю, она уютная, вот такая вот какая-то, такая вот. Видишь, до моря тут какие-то есть далекие расстояния и так далее. Но, ребята... А если номер машины красный и белыми буквами? А, это дипломатические номера. А, аккуратно. Дипломатические. Значит, человек, который есть на этой машине, не имеет гражданства российского, но находится на работе здесь. Он находится здесь на работе. Ну, обычно. Работники посольства. Да, ну какой-нибудь, допустим, там, не знаю, немец, да, который живет здесь, работает в посольстве, но он не... имеет гражданство. Так, все, вот здесь у нас поворот. Ну я так предполагаю. Неважно. Вот балаклава и закончилась. Ну конечно, наверное, золотые пляжи очень красивые, но все, чтобы сделать какое-то движение там, нужно иметь транспорт. Вот. У нас есть наш авто, мы его любим. Нам другого не надо. Мы не готовы за другое платить. Из бухты Балаклавской выходишь, и можно там сходить на золотой пляж. Остановиться там, покупаться. Но это там. До свидания, Балаклава! Уютная, старая, такая старинная, красивая, но и нашинская.
Так, решили завернуть. Вот бухта мечты. Вот про это говорил. Цель бухты мечты. Да? Он говорит, спустишься, да, туда, а там спросишь. Вот бухта мечты, там будет строительство. Туда, да? Да. Поехали. Не будет мечты путь. Дельфин. 50 километров. Вот. До моря надо идти. Там метров 150. Ну, слишком старенький. Да. Метров 200, говорит, до моря надо идти. Конечно, тут, наверное, они тут с полкилометра шаров. Я, конечно, не хочу. Хочу попроще. Вот, сейчас спускаемся вниз. Я так и не понял, как, что это такое, где мы находимся. Как это называется, короче, что-то хорошее. Потому что план так населенный, да, все. Вот как с трассы сворачиваешь. Далеко, пожалуйста. Довольно, надо идти. Конечно, вариант был бы идеальный. Не тратить деньги, это одно. Это и близко стоять с водой, и с машиной. Это идеальный. Но еще один из идеальных вариантов, это снять недорого лачугу. Переночевать, чтобы утром не упаковываться, ничего не делать. Тогда мы могли бы очень рано выехать и успеть пройти все пробки. Это был бы вариант неплохой. Вот. Как сложится, я не знаю. Зачем стоит? Ну, кто спорит об этом? Об этом продает, пожалуйста, дай его построить. Дом построил все вот здесь. Классно, конечно, вот это все. Все интересно, были бы деньги. Взять участочек здесь. Да, даже участок. Да, вот они с участочком. И о себе фига, как мы здесь будем весело. Дим, ты здесь живешь? Да, я с Косурока. Здесь я живу весь сезон. Ага. Так, ясно. Вот там была бы, знаешь, такая. Да, много под броней. Под броней. Блин. Это вот пляж первый с лестницей в море. Угу. Второй пляж полностью дикий. Ага. Там и камни, не знаю, но там чистая, кристально чистая вода. Ну. А что, вот там, что там, стоянка? Там стоянка, да, но за ней никто не присматривает. Стоянка у нас там, где под замком. Ага. А сюда, допустим, можно приехать вечер. Угу. Ясно. Это место тоже под броню. Тоже люди сегодня здесь. Ага. Ну а еще давай показывай. Не, под броней. Тут уже, видать, знающие люди-то подъезжают. Здесь умывальники.
Начальник. Воды набирают, ага. В бочке набирают вода. Туалет, за туалетами блин. Ага. Тут работает вечером, с 6 до 9. Место для подзарядки телефона вот здесь. Где? Вот. Ага. В будочке черной. Ясно. Что там, какой-нибудь нет? Вот, открытый какой-нибудь. Вот место свободно, в принципе, тут полянка. Да. Вот это было. Вот свободно. Вот смотровая площадочка. Площадочка, столик, скамейка. Ага. Вот наш второй дикий пляж. Ага. Вот там идет тоже лестница. Вот. Вот лагерь идет аж до погранчасти. Ну, это вообще там, видите, две вышки стоят. Угу. Там другая часть лагеря, не знаю, верующие. Так, верующие, понятно. Вот. И там столовая. Столовая. С магазинчиком. И верующие. В магазине есть все, кроме алкоголя, все берет. Ну, правильно. Верующие. Вот. Это, смотри. Вот здесь вот, где, Дима, где показывают? Здесь? Вот, да, поляночка внизу. Вот поляночка внизу, но она... Косая. Много люди ставят. Вот сюда вот исток. Вот сюда исток. Вот здесь, да. Просто вот здесь, там видишь? Там палатка будет нас стоять. Ну, так будет стоять вот это вот. Вот здесь вот только поля место есть. Так, здесь место да. есть. И. И что еще? А, ну здесь. Нет, тогда там лучше. Тогда там лучше. Ну вот, короче, вот так. Все очень скромно. У него здесь класс. Столик. Не, ну они все кривые. Так что тяж, что нет. Так. Ну, конечно, как бы это. Как бы все криво, но. Так, а как мы, где было это, как там? В лагере вот текучка идет, освободится место по уши и переселить. Ага. Тоже ребята вот эти, я не знаю, конечно, до какого. Ага. Узнаю. Только вот здесь, если. Да, лагерь вообще забить. Ну ладно, чего, сюда, наверное, как? Рядом со смотровой. Юр, ты до какого? Завтра съезжаете вы? Вот освободится место. В 10 стартанешь, да? Ну, примерно. Где-то. Ну, я понял, а да, вот там, да, да. Ну, ну. Никто не знает, как... Да, понятно. Хочешь? Да нет, я хотел, чтобы тут, видишь, тут будут ходить. Ну, туда-сюда будут ходить. А там не делал? И там будут ходить. Ребят, везде будут ходить. То есть так везде ходить. Да, да. Да и просто ну. Да, да. Здесь ходят везде, просто имею в виду. Как бы так. Тут где ткнуться просто, другого. Да. Да, да, да. А, ну вот такой. Площадочка еще там. Вот такая площадка. Ровно. Да, вот площадка еще. Ну здесь парень с девушкой, они тихие. Самый мучительный там точка. Вот здесь полянка, смотрите. Здесь ровно, да, вот будете здесь встать. Ну, давайте. Освободятся места по уши. Возьмете и перетелите. Давай, все. Вот. Что надо сделать, чтобы оно... Сейчас мы... Все же, все мы взяли его, да? Сюда ну, никто не сядет сейчас? Нет, все. Вот сейчас вы, мы под... вы сюда селитесь, все. Ну все, сейчас машинку да. подгоню. Да, подгоняете. Смотрите, еще не показал. Вы будете что-то жарить по-любому? Да? Нет, ничего не буду. Нет? Ну все, показал. Мы сыты, мы есть сегодня не хотим, правильно? Чай столько уготовить, да? Просто у нас для мангалов там не, специально отведенное место. Нет, нет, ничего. Жарить мы ничего не будем. Короче, так. Ладно, все, тогда мы забили это, да? Все, да. Окормитесь, подойдете. Если столовая интересует, завтра там обед ужин. Есть. Душевые, вот они, вот душевая. Пойдемте покажу, как работает Пойдем.
Ну так нормально. А что, свет есть, да? Есть. Территория лагеря освещается. Освещается лагерь. Так, а слушай, туалет уже работаешь, да? У туалета уши, они такие простецкие. А куда надо? Не, вот тут. Не, а в туалет куда ходит? Вот сюда. Ну вот я про это. Не, а в туалет хотел? Ну да, да. Так, утро. Утро 16 июля. 6:30. Палаточный лагерь Гераклея. Крым. Оп-оп-оп.